В Москве завершился 20-й съезд партии «Единая Россия». Стали известны имена первых кандидатов на выборы депутатов Государственной Думы. На съезде утвердили список тех, кто будет представлять партию на осенних выборах. Определены кандидаты по всем 225 одномандатным округам и по 57 региональным группам, в том числе и по Чувашии. Республика вошла в региональную группу номер 22. Там наряду с Чувашией присутствуют Нижегородская и Рязанская области. В списке секретарь регионального отделения партии депутат Госдумы Алена Аршинова, депутат Госдумы Николай Малов, министр сельского хозяйства Чувашской республики Сергей Артамонов. По Канашскому одномандатному округу номер 37 кандидатом назван депутат Шумерлинского городского собрания Леонид Пронин. По Чебоксарскому одномандатному округу номер 38 министр образования и молодежной политики Чувашии Ваши Алла Салаева. Кандидаты мобилизовали свои команды, именно поэтому оказались кандидаты интересны людям, которые за них проголосовали. Фактически мы говорим следующее, что люди выбирают, а партия выдвигает. То есть, по сути, сейчас «Единая Россия» выдвинула тех, кого выбрали люди. И, конечно, мы рассчитываем, что этот мандат доверия, который подтвержден таким большим, огромным количеством миллионов голосов наших жителей, нашей страны, мы очень ждем, что этот кредит доверия будет подтвержден в сентябре. В наших списках профессионалы своего дела. Это те, на ком держится действительно наша государственная политика и управление. Очень важный момент. В партийном списке новые лица, которые до этого вообще не участвовали в выборах, но интересовались политической жизнью. Среди них волонтеры, представители общественных организаций. Напомним, в предварительном электронном голосовании в Чувашии участвовали более 180 тысяч человек, около 20% от общего числа. И это один из лучших результатов по России. На съезде были озвучены ключевые векторы дальнейшего развития страны. Они войдут в народную программу, которую будут обсуждать с избирателями во всех регионах. Партия ждет предложений от жителей. В ближайшее время пройдет региональная конференция «Единой России», на которой будут выдвинуты кандидаты в депутаты Государственного совета республики.